1 июля 2024 год. Вот вам Луна и обратная сторона Луны. Больше на Хэллоуин похоже, да? Это я максимальную сделал. ISO задрал на максимум 6400, именно для того, чтобы была видна чеширский кот. Обратная сторона Луны. Ну, не обратная, теневая, неправильно говоря. Ну, кого это интересует? Видно, да? Абрис видно, по-моему. Линия терминатора шикарная. Соприкосновение света и тени. Так, выдержку уменьшаю. Сейчас будет у нас более вменяемая Луна становиться. А можно, кстати, попробовать Сатурн при такой выдержке поснимать. Может, даже кольца лучше будет видно. Сейчас кольца Сатурна совершенно в плоском, ну, в торец мы смотрим колец Сатурна. Можно смотреть в торец колец. Ладно, сейчас посмотрим в торец колец. Или властелин колец. А, я ж убрал. Сейчас немножко поправлю штатив. Вот так. Вон как хорошо видно Сатурна. Чего-то мне не спится, да, после дежурства. Любопытно мне. С другой стороны, такое безветренную погоду. Жалко профукивать. Э, ты где? Сатурналии. Ну да, при таком ISO хотя бы видно. Кольца отчетливо. Мыльная, но так, а ну-ка я отойду в стороночку, может, так хоть меньше дрожать будет. Ну, видно кольца, что там, торец не торец. Арашист там трындец. Слышишь, а что это у нас там? Какой-то спутничек рядышком пристроился, да? Прямо перед этим самым. Ты видал? Вам, наверное, не будет видно. В этот... То есть, когда на YouTube перебрасываешь, оно же качество теряется. Ну, я вполне отчетливо вижу, ну, допустим, вот торчит кольцо относительно планеты на часть. Еще две таких части вперед, и будет какой-то спутничек. Надо посмотреть по дипстейту. Ой, по дипстейту, господи. Поэтому. По стеллариуму. Что-то у нас такое красивое там было впереди. Ну, ладно. Давай еще раз на месяц. Не могу я уже штатив трогать. Слетаем на Луну и по домам. Надо все-таки спать. 1 июля. Вот так вот. Да. 2020. Выдержку. 1 к 8000. Июля 2024 год. Все. На чеширском котике и закончим.